свидетельство о присуждении стипендии главы муниципального образования город Магадан, мэра города Магадана за высокую успеваемость и активное участие в жизни города вручается Дмитрию Александровичу Боровскому, студенту второго курса Магаданского политехнического техникума. В мэрии Магадана глава областного центра Юрий Гришан вручил свидетельство на присуждение стипендий студентам. Молодые люди не только хорошо учатся, но и занимаются внеурочной деятельностью. Лучших студентов вуза и профессиональных учебных заведений градоначальник поблагодарил за отличную успеваемость и отметил, что в дальнейшем их знания и умения будут помогать городу. Вы действительно являетесь таким золотым фондом города Магадана. И все профессии, которые сегодня были обозначены в презентации, кто-то занимается парикмахерским искусством, кто-то занимается вот в горно-строительном колледже, вы будете спасать людей от всевозможных чрезвычайных ситуаций, которые, к сожалению, все-таки у нас бывают. Кто-то будет строить город, кто-то будет учить детей. Все вы создаете город как город культуры, город образования, город надежд, город счастья и город хороших, счастливых семей. Муниципалитет поддерживает студентов материально с 2008 года. За это время стипендию мэра получили более 100 человек. Сумма выплаты – 3000 рублей. Стипендию назначают в рамках муниципальной программы «Молодежь Магадана» и выплачивают с 1 октября по 30 июня.